Дорогие друзья, мы продолжаем с вами готовить из нашего теста. Посмотрите, какое великолепное тесто. Смотрите, всегда как я делаю. Вот я немножко, я использую, конечно, машинку, но можно, в принципе, это сделать и вручную. Вот, видите, я немножко раскатала тесто. Теперь я вот так слаживаю. И теперь опять я его раскатываю. Тогда тесто становится более эластичное. И теперь я уменьшаю зазор понемножку. Ну или вручную, мы просто раскатываем до самого тонкого теста, что можно было. Видите, какое красивое тесто? Сейчас немножко, потому что мы еще... Нам надо, чтобы оно более было квадратное, потому что мы сейчас с вами будем делать один очень интересный рецепт. Такое тесто можно делать равиоли, можно делать различные спагетти, можно делать, не знаю, любые макаронные изделия с этого теста. Получается, как-то вам совсем не видно. Великолепно. Посмотрите, какое у нас красивое тесто. Вот видите, но мы его раскатываем до совсем тонкого состояния. Так что еще немножко. Пока я отключусь.